скажу честно, никогда не делаю для кого-то одного, ну, я не танцевал, не знаю. Ну, вообще, вот рекомендуют всегда так. А для первых, скорее всего, я все равно хотел это сделать для нескольких. Когда играешь что-то на сцене, то ты больше переживаешь роль. Я хочу, чтобы вы понимали разницу. Когда ты актерствуешь, то ты переживаешь какую-то роль. И в зависимости от глубины погружения в эту роль. Ну, то есть в рамках роли нужно и конечно. Себя. Конечно. Если я, не знаю, играю какого-нибудь там, не знаю, какую-то персону, да, то я вообще не буду никого выбирать в зале. Почему? Потому что я погружен в себя, у меня нет никакого дела. Их как бы нет. Есть только я и моя роль. И это не имеет отношения к работе с аудиторией. Потому что в работе с аудиторией есть вы и аудитория. И есть ваша искренность. И ваша доступность. А значит, вы с каждым, а не со старухой 23-м летом. Сейчас простое упражнение. Да. Вопрос еще. Если мы секторально выбираем, мы в секторе берем все равно какого-то человека? Конечно, кого-то одного. Да. Середину сектора. А кажется, другим, что смотрят. Ну, конечно. Просто очень далеко. В середине сектора выбрал. Поделю, допустим, каждого пятого. Допустим, вот так. А интересно, нет такого преобладания, кто правша, он типа в правой стороне отдает предпочтение. Подожди, это как называется по-твоему? Я не знаю. Не, ну вот просто заметили, что с левой стороны как-то полетели не попадает. Договариваемся. Раз ты говоришь красивыми словами, давай сначала дефиницию, потом описание. Когда просто мы тебя не понимаем. Добро. Итак, простое упражнение. Вы выходите перед аудиторией и встречаетесь с каждым глазами. Можно не говорить ничего. Правда, ничего. Можете рассказать что-нибудь, как хотите. Это динамичное, быстрое упражнение. Давайте сделаем так. Один вышел, подарил каждому свой взгляд, распределил, садится второй же рукой. Динамично. Я хочу, чтобы вы с этой аудиторией повстречались каждый глазами. А потом задам вам вопрос, что вам помогало быть вместе с этой аудиторией. А прошу, теперь справа.